Привет, ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 773 из учебника «Математика 6 класс» Виленкин-Джохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Угол А равен 30 градусов, а угол Б равен 50 градусов. Какую часть от угла Б составляет угол А? Во сколько раз угол Б больше угла А? Итак, тут мы будем иметь дело с соотношением, с равенством. И чтобы нам ответить на данные вопросы, нам нужно обязательно знать теорию, как находить эти соотношения. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Ну а первое, что я думаю, мы сделаем, это запишем кратко условия данной задачи. Итак, угол А у нас 30%, угол Б 50%. Нужно найти соотношение угол А от угла Б, неизвестная часть, и сколько раз угол Б больше угла А. Так, с чего же мы начнем? Ну, я предлагаю начать с вопроса, какую часть угол А занимает, получается, от угла Б, то есть какую часть. Как там у нас записано, давайте посмотрим в книжке, какую часть от угла B составляет угол А. Вот это будет правильно. Итак, то есть все целое это у нас угол B. И какую-то часть составляет угол А. Я напоминаю, что для того, чтобы найти какую часть или процент, да, одно от другого, одна величина от другой составляет, нужно взять эту величину, которую мы хотим найти, и разделить ее на общее количество. Ну, а общее количество у нас это, ну, общее число. Это 50 у нас. То есть мы берем 30 и делим на 50. Я возьму без процентов, просто числа мы поделим, чтобы нам узнать. Получается 0,6. Итак, 0,6 составляет угол А от угла Б. Ну и теперь узнаем, в сколько раз угол B больше угла А. Ну здесь понятно, что в сколько раз, то есть это будет больше единицы, и логично, что мы будем 50 делить на 30, потому что в сколько-то раз это деление умножения. Да? 50 делим на 30, запишем в виде дроби, чтобы было нам удобнее считать, делим числитель и знаменатель на 10, сокращаем, 5 третьих, выделяем целую часть, это будет 1,2. То есть в 1,2 раза угол B больше угла А. Итак, записываем ответ. 0,6 часть угла B составляет угол А, и угол B в 1,2 раза больше угла А. И на этом мы задачу решили. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Также переходи на наш сайт по ссылке под видео, где ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание и получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если ты еще не подписан на канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.